Разбившийся на Ямале вертолет не смог приземлиться на дозаправку из-за метеоусловий. Экипаж воздушного судна принял решение продолжить полет до аэродрома Уренгой. Межгосударственный авиационный комитет опубликовал промежуточный отчет расследования авиакатастрофы вертолета Ми-8 под Новым Уренгоем, которая произошла 21 октября. На Ямале напряженная ситуация с задолженностью по заработной плате наблюдается в компаниях с пропиской в других регионах, привлекающих работников на крайний север вахтовым методом. Предприятия должники внесены в стоп-лист по оказанию услуг и не смогут работать в арктическом регионе. Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин рассказал о мерах борьбы с должниками по зарплатам председателю правительства Дмитрию Медведеву. Сегодня у православных начинается рождественский пост, который продлится 40 дней, и он предполагает отказ от множества привычных блюд. Нельзя употреблять в пищу мясо, масло, яйца, молочную продукцию. Самый строгий день – 6 января, рождественский сочельник.